Современное искусство на смену классики. В Кустанае проходит необычная выставка под названием «Листопад». На ней представлены более 60 работ, автором является местный художник Сергей Ли. Об основной идее и истории создания произведений узнавала наша съемочная группа. Ярко, неординарно и со смыслом. Персональная выставка местного таланта Сергея Ли уже с первых дней покоряет преданных ценителей изобразительного искусства. Пиктограммы в виде 63 работ автора стали симбиозом личных переживаний и его современного видения прекрасного. Как говорит сам автор, здесь каждый найдет для себя что-то свое. То, что описывает его внутреннее состояние сейчас, на данном этапе жизни. Это же все переживалки, все, значит, эмоции. Вот. Ну, то есть, только... Естественно, в графических каких-то вещах поданы, вот, и они должны быть действительно графически простые, очень ненавязчивые. Вот моя идея и вообще задачи были такие. Вот, и ну, в технике, конечно же, я ушел от традиционных наших, будем так говорить, мероприятий. Поэтому я, в общем-то, доволен тем, что что-то получилось. Воспоминания из детства, дань уважения родным краям, а также смена настроения. Именно так можно описать большинство работ современного творца. В картинной галереи он открыл свою выставку впервые. Однако это не только его дебют. По словам сотрудников картинной галереи, таким видом искусства, как цифровая графика, знакомы не все кустанайцы. Поэтому для многих посещение этой выставки – возможность насладиться чем-то новым, неразгаданным. Тема «Листопад», она навевает очень разные ассоциации, аллюзии, потому что листопад – это всегда как бы конец, определенный этап жизненного пути в природе, и человек всегда ее сопоставляет со своим жизненным циклом. Листопад – это пора, когда человек подводит итоги, приходит к каким-то размышлениям. И вот здесь, на этой выставке, эти размышления, воспоминания о прошлом, возможно, какие-то ностальгические ноты, ну и, конечно, размышления о будущем. И, может быть, даже такое послание будущему, молодым послание в назидание, может быть, даже. То есть она настолько интересна. Здесь есть очень много таких моментов, как воспоминания о детстве, воспоминания о юности, а также какая-то, наверное, тема, которая, где он отдает дань своим друзьям. Также, на мой взгляд, он здесь пытается показать, в чем заключается ценность жизни человеческой. Своими мыслями о творчестве Сергея Ли делятся и коллеги по цеху. Знаменитый живописец Вадим Быков уже давно знаком с художником. Говорит, что его товарищ всегда отличался своей необычной подачей работ. Он сам по себе человек креативный, и эта креативность его, она, можно сказать, вылезла наружу. Сама по себе выставка – это нечто новое в нашем городе. Выставка интересная, несет смысловой, образный, культурный, философский такой подтекст. Я думаю, что молодым людям она будет очень интересна, потому что сам подход к выполненных работам этого формата. Выставка продлится до середины декабря, поэтому у желающих провести время в созерцании современного искусства, иными словами, диджитал-арта, еще есть время. Алмажана Манкельдинова, Руслан Жабаев, телеканал «Кустанай».